эксцентриссимо. Скоро одним странным персонажем в мире станет меньше. Бородатая женщина Кончита Вурст перестанет будоражить умы блюстителей традиций. Певец Том Нойверт, который Кончиту и придумал, решил от нее избавиться. Устал, не уживается с экстравагантным альтер-эго. Да и публике оно надоело, а за длинными ресницами и бородой она вообще не видит самого Тома. В нем уже все меньше остается Кончиты Вурст. Нет красивых дизайнерских платьев, бриллианты распроданы, на шпильках певица больше не показывается, только мужские ботинки надевает. Но Кончита все еще жива, и недавно она побывала на открытии Берлинского кинофестиваля. Вышла на красную дорожку в костюме, который модным экспертам напомнил мусорный мешок. Вроде бы брючный костюм, но на голое тело, как же еще, но ткань черна и измята, будто этот мусорный мешок уже второй раз используют. Правда, поклонники Кончиты считают, что на такой прекрасной фигуре даже мешок из-под картошки будет смотреться красиво. А может быть, рано избавляться от Кончиты, раз все еще есть что обсуждать. Эксцентриссимо.